Васька, второй дуплетик. Ветер 3-5 метра и минус 20. Красота какая. Что, друзья, приехали в Сестрорецк на Корюшку открываться. Двумя машинами. Ну что, загудели мы тут. Вот с мужичками четвером. Саня, дядя Саня, дядя Саня. Еще Владимир. Настроили тазов. Скинулись бандой. О, ПНД, ПНД. Вот таким самопалом с Саньком обвязали. Будем пробовать. Да-да-да-да, уже поехал, все. А первый Саня стал падать. Куль. На поворот. Ну что, на месте мы. Вот такой вот красивый рассвет. Ветер 3-5 метра и минус 20, друзья. А еще тут секретные технологии. Прет. Да, прет. Ладно, будем ждать рассвета. Солнышко вот-вот встанет. Нарезал карасика. Будем ловить. Давай. Вот он, паразит. Первое. В этом сезоне, ребята, первое. Поглядите на его лицо, запомните. И бейте, как только увидите. Все, друзья. Васька побежал. Володя, настраивай. Вот и Васька прыгал, Сашка. Вот. А не, идет. Санёчек, четвертое. Клиент к нам подлетел. Так, друзья, пру. И не просто пру. А? Такая. Гвоздик. Первая рыбка в этом сезоне, Васька. А тут даже хорошая такая. Грамм 30. О, ребята, пойду тянуть. Просто луч природы. Хорошо. Дядя Саня ловит. Ох, солнышко, поземка. Красота какая! Забудешь лунку почистить. Так она смерзается. Что хочу сказать. Я, конечно, по рыбе открылся, но это смех. Это мой антирекорд. Друзья, все. Всем спасибо, пока. Вот. Про
прощание вам. Просто обловил всех. Пол пакета. Со снегом. За ВДВ. Все такое. За ВДВ. Вот такой аппаратик. Все, друзья, к дому. Ребята, мы домой. Технику завели. На улице мороз, ветрюга. Открылись покорышки. Всем спасибо и пока. Не забудь подписываться. Что, бобры готовы? Саня, у тебя на ресницах вот такие сосульки. Все, на базе, домой.